Всем привет, с вами Панипрец, и это снова Изидроп, и сегодня у нас снова забег по ширпокейсам, как я и обещал, то есть мы все бежим по ширпокейсам. Вчера за кадром я, в общем, покрутил второй фрикейс, покрутил первый фрикейс, покажу, что с него выпало, это вот с первого, ну а это вот со второго выпало, да, то есть это с первого, это со второго, а это я вчера там заапгрейдил, эти я продал, эти я пока продавать не буду, потому что, ну, на них есть определенный умысел, да, на них есть определенный, а так, а что у меня есть, а ну вот этот остается, эти остаются, а это потом, если что, мы заапгрейдим. Сегодня все как и вчера, сегодня снова мучаем ширпокейсы, будем мучить по 5, так, давай мы сейчас 3 раза быстро откроем, посмотрим, что, как, что, ничего, да, как, что, а вот так, ничего, никак и не... Никакой улички. Еще разок быстро. Снова. Ну, почти там, да. Ну, почти как бы не считается. И что, а здесь 17. Так, давай за 17 мы оставим. Чтобы ее это. А, чтоб ее заапгрейдить, да? И еще разок быстренько откроем. Вот. Там. Как бы в комментарии мне ребята пишут, что. Говорит, блин, офигеть, он. Вообще тебе ничего не выдает. На прошлой неделе так давал, а сейчас не дает. Ну, это ж нормально, да? Он же как бы и не должен, по сути, он мне ничего там что-то давать. Так, вот это 17-рублевое оставим. Помним же, да, что все, что дороже 40, мы будем отбирать для контракта, оставлять, чтобы потом сделать один или там два срочных контракта. А все, что как бы там такое, рублей до 40, там более-менее... Мы будем, ну, как бы 13 неохота. Хотя рублей там, на этом, от 15 что-нибудь такое, да, оставлять. То есть, покатит. Рублей от 15 покатит. Ну, это тоже фигня. Не, базара нет. То есть, я не спорю. Прошлая неделя она была прям чудная на выдачу. Не то, что это. Вот, колесо я не кручу, потому что у меня там есть бонус. Как я только там... 1к накидаю, мне там 3 скинчика должно пролететь от 50 до 500. Вот я хочу посмотреть, сколько скинчиков мне прилетит. Поэтому я не кручу. Сука, мог остановиться. Блять, вот тут вообще тоненько было, да? То есть вообще красиво было. То есть вся была предпосылка к тому, чтобы просто встать на ноже. Но он, падла, не захотел. Вообще не захотел. Байт такой прям байт. Так, что, сегодня, ну, там пока что-то еще есть там, да, пока что-то есть, но не очень-то что-то нужное, что-то годное. 35, так, что, за 11, за 7, все фигня, да? Так, давай еще разочек. У меня, в принципе-то, там еще сейчас и апгрейдить-то не... Чего? Ну, ты-то вроде что должен стоить, да? А, ну, как бы 21, ну, ладно, на апгрейд... Пойдешь. Так, давайте, знаете, мы что сделаем? Что мы сделаем? Мне же надо разыграть скинчик. Вы же помните, да, что сегодня у нас быстрый розыгрыш. И для этого мы переходим на этот сайт. Заходим вот в этот видос, который непосредственно принимает участие в розыгрыше. Убедимся, что здесь есть комментарии. Комментарии есть, все отлично. Копируем ссылку. Переходим сюда. И выбираем победителя. Призовое место всего одно, а на кону, что же у нас на кону? А на кону вот этот вот охренительный 5-7 обезьянье дело. Дело, почему всегда депо называл? Это же дело, обезьянье дело. Короче, сейчас мы выберем одного счастливого обладателя этого скина. Ну, как бы, по судя лайкам, есть 11 участников, ну, кто-то из 11 сегодня выиграет. И кто это будет, мы сейчас узнаем. Это кот. Кот. Вот это, да. По-моему, ты вообще ни разу не выигрывал, кот. Давай смотрим комментарии. Так, 5 слов есть, ты красавчик, ты с этим справился, отлично, молодец. Давай посмотрим подписку. Ё-моё, ты что, до сих пор не подписался на меня, кот? Ну как так-то, кот? Ты не будь таким хитрым, подписывайся давай. Давай, подписывайся. Давай другого тогда выбираем, чё? Подписки-то нету, ёлки-палки. О, какас. Что у нас тут? Очень жду новый видос и стрим. Ну, 5 слов есть, все чудесно, подписка. Есть, и лайкос есть. Ну все, дружище, я тебя поздравляю. Ты красавчик. Находишь вот здесь вот свой комментарий. Дай мы тут, вот, какаши.
находишь свой комментарий, в ответе кидаешь свою трейд-ссылку, и я, а что, а я тебе отправляю твой скин. Молодец, я тебя поздравляю. Закрываем конкурс, это закрываем, это можно тоже закрыть, и снова возвращаемся на изи дроп. Пробуем еще разок, давай быстро, да так. Ну, хоть быстро, хоть медленно, ничего не получается, да, хоть так, так, что 8-6 тоже все фигня, продаем, еще разок быстро, ну, задумался, да, давай что-то сладкое, не хочешь, да, 24 не хочешь, ну, давай тогда вот так, блин, что-то ты мне на апгрейд, а прям скинчиков-то сегодня не навыдавал, жмешь, да, о, кто-то дайметом вырвал, выбил, урвал. Урвал, дайме, дайме. Так, это продаем. Давай еще, давай. Ну, хоть на апгрейды. А сколько видосов уже идет? 5 минут. Ну, ладно, еще можно поснимать. Все, вот тут стопе. Стопе! Нет. Дальше катись. Не хотишь, не хотишь. Какой же ты нехороший. Боже, можешь карточки попробовать что-нибудь угадать? Разок карточки. Я помню, играл в эти карточки в лотерею. Вот тут такая шляпа полная. Это просто какой-то... трындец. Ну, давай разок. Давай. А, так, что-то тут за 14, да? Не, давай нахуй продадим. Давай карточки 5 раз попробуем угадать. Давай вот. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Я говорю 1, 4. Что ты, блядь? 1, 5. Тоже хуйня, да? И 1, 6. Тоже. Ничего я не угадал, да? Ничего нигде не угадал. Но... Пурга, пурга, так, продать, продать, что, одни городские штриховки? А, нет, здесь что-то другое, да? Ой, карточки, лучше нахуй так крутить, чем в карточки играть. А тут хоть за 6 рублей, да? Не, нахуй, в пизду эти карточки. Давай еще быр откроем. Есть 126. Шир, вообще, видели, да? Ну, прям... Небо и земля. Так, давай мы тогда сейчас пока в апгрейды. Залетим, посмотрим, что есть. Так, мы можем... Раз, два, три, четыре. У нас есть четыре попытки апгрейда. Четыре скинчика для апгрейда есть, да? Фул Жеку давай. Фул Жека. Ну, фул Жека подкачал. Фул Жека вообще подкачал. Давай еще разок попробуем. Так, тебя давай. Так, а что можно попробовать тут? Галиль Эко. Ну, давай пусть будет Галиль Эко. Фу, Жека, Галиль Эко. Вообще прям что-то все в рифму, да. Опа, вот это да. Эко. Ну, не Эко или Эко. Может, я неправильно назвал, надо было говорить Эко. Эко. И тогда бы было все окей. Но нет, но нет. О, Василиск, Вася. А что бы и нет. Вася хороший, приличный скин. Ну, тоже не хочет Вася. Вася? Вася нет. Вася для Васи. А я не Вася, видать, поэтому и не хочет заходить, да? Так, давай, что? 5-7. Так, Кортисейра. Я тут одну уже сбагрил. О, наследствие. Ну, давай тебя. Desert Eagle. А, наследие, наследствие. Ёпа мать. Так, ну, тут видно, что нет. Давай сюда снова шерпу. Нет, мы бомбим шерпу. У нас забег. Ой, блядь, нахуй я один открыл. Забег по шерпе. Забег по шерпе. Не, было бы эпично, если бы сейчас стилет, конечно, залетел. Это было прям вообще бомбически. Ну, у меня, в принципе, сколько еще... А, еще разок я крутану, да? А, не, ну, в зависимости от того, сейчас что выпадет, то есть, как бы, раза на два должно еще хватить. Ну, тут выпадет Вендетта. И Вендетта. Вендетта что-то стоит, да? 15. 12, 15. Давай-ка мы вот эти вот тоже 12, 15 пока тогда это. Что-то мы... А то мы там прям... Поразетовались там, пораскидались со скинами. Ох, ты ж было бы сейчас красиво, да? Ну, как же ты быстро тормозишь-то прям. Прям вот это вот... Нету одновременно... Ну, равномерной какой-то этой. То есть, прям стопоришь как этот. Ты бы на ножах так стопорил, как на всем остальном стопоришь. Я говорю, продать, ёптать. Ну, продавайся, чё ты? Ну, что ты? Продаваться не хочешь. Открываться не хочешь. Что ты вообще хочешь? Ножи давать не хочешь. Ты даже на той неделе мне нож не мог дать.
такой вот ты нехороший. А что нехороший? Что вот сразу? Вот не дает и сразу нехороший. Да заебись ты сайт. Заебись ты сайт ты мне выдал вообще. Вот тут, блядь, он должен был по всем законам вот уже там останавливаться. Ну нет, сука, тащил прям, хуй пойми, через все минное поле. Через все минное поле пер. То есть, судя по всему, как он там давал. Что у нас тут? Сетка 23, 11. Да, давай мы сейчас тебя оставим, сетка. Тоже посмотрим, что из тебя получится. Сколько тут еще есть? 4 рубля. Вот, все. Не, ну все равно тут как бы еще на сколько-то хватит разочков открыть. Ну, тут это все уже такой вандал. Галиль вандал. Что ты? Так, Галиль вандал. Так, нахуй, давай продадим. 4 раза крутанем. Галиль вандам. Галиль вандам. Вандал. Сетыч. Еще раз продадим. Так, на 3 не хватает. На 2 давай 2. Слушай, ну давай эпик. Эпик, давай нож прям. А что, фарго крутит, что ли? Безумный казах. Сука, точно фарго крутит. Че у него там опять падает ему? Нож какой-то откуда выпал? С какого кейса? О, что-то опять тут, короче, он это... Говна всякого понаэтовал, да? Ну, как бы тоже, я не знаю, а что он крутит-то, какие он? Что он, коллекцию какую-то собирает, что ли? Ну-ка. Что за череп коллекция? Это, походу, он, короче, я сейчас спойлерю. Что он, короче, новый видос записывает, походу, коллекцию собирает. Я сейчас что-то смотрю его видосики. Что у нас с черепом, какая коллекция? Пиарю чувака. О, а, вот эту, даст. Короче, он, походу, собирает всю коллекцию даст, да? А, то есть, или он что, все ножи пытается с коллекции даст выбить? Я хуй его, конечно, знает, как там даст ему даст. Так, это... Ок. И все, да? Потому что даст он очень херово дает. Ну, не знаю, он как бы нож-то ему дал, вон. А, на апгрейде. Змеиная кожа. Не знаю, ты что, ты стоишь что-то сочного? Змеиная кожа. Наверное, что-то сочное стоишь. Раз ты сюда высвечиваешься. Мои же вот эти вот, блядь, не высвечиваются сюда, да? Потому что они ничего не стоят. А ты, да, что-то стоишь. Окей. Так, давай, 15. Ну, как бы, знаешь, вот так вот. Сейчас как-то вот крутишь, и такого, знаешь, даже... Адреналинчика нету какого-то там, чтобы там типа, как бы, о, зашло там, ой, не зашло, как бы вот, просто крутишь и все, вот просто крутишь и все, без какого-то там, блин, смерч, без какого-то энтузиазма, так, а мне же что тут, а мне же за сегодня-то ничего и не выпало, получается, да, да, мне за сегодня ничего и не выпало. А что я, чем я пробовать-то буду, мне нечем пробовать больше всего, так, доступно, в общем... Ну, то, что выпало, получается, мне с кейса, как бы это и осталось. Больше ничего сегодня не выпало. Так, сколько? На сколько все? На 457. 457 эпопею. Забег я начал вчера. Короче, на минус полтинник я... Минус 50 я рублей в минусе. Минус 50 в минусе. В общем, завтра продолжим. В любом случае, завтра, в субботу. Наверное, я вот не знаю, в субботу подводить итоги, в воскресенье. В общем, подумаем еще про это. На этом, ребята, тогда все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И в субботу у нас скинопад на стримчике по Counter-Strike. Всем пока и до новых встреч.